Август – последний месяц палящей волгоградской жары. Освежиться на берегу Волги, окунуться в ее прохладные воды – настоящее наслаждение. Чтобы отдых был безопасным, в этом году спасатели провели более 5000 профилактических и обучающих занятий. Благодаря этому 47 тысяч волгоградцев узнали, как правильно отдыхать на воде, чтобы избежать неприятностей. До наступления и во время купального сезона спасатели и представители регионального отделения ВОС ВОД рассказывают, что нужно делать, чтобы оказать помощь утопающему, показывают подручные и профессиональные средства спасения. Специалисты областной аварийно-спасательной службы патрулируют акваторию Волги и других водных объектов, организуют рейды по предотвращению несчастных случаев. На нарушителей правил поведения на воде составили 59 административных протоколов, большая часть за несоблюдение правил охраны жизни людей на водных объектах. На страже безопасности отдыхающих стоят сотрудники аварийно-спасательной службы региона. В распоряжении спасателей, водолазов и фельдшеров более 100 единиц спецтехники и современное оборудование. Работа по усилению материально-технической базы продолжается. Дополнительные задачи по активизации профилактической работы с населением поставил губернатор Андрей Бочаров. Разнообразные акции и мастер-классы проводят в детских, оздоровительных и пришкольных лагерях. В Волгоградской области в этом году смены проходят на базе почти 700 учреждений.